знает улицу, хоть один кош заходил на улицу? Заходили. Тут вот куча была с утра прям огромная, почти под 3 метра. Осмотр Красноглинского района глава города Елена Лапушкина начинает с улицы Баженова. Через социальные сети жители 57-го дома обратились в администрацию Самары с просьбой расчистить от снега тротуары и внутриквартальный проезд. Вблизи многоквартирного строения находятся объекты социальной сферы, включая общеобразовательные учреждения. На просьбу жителей власти города отреагировали оперативно. Сейчас территорию домов, что в первом квартале поселка Мехзавод, полностью очищена от снега. Посмотрели, как отреагировали службы наши, муниципальные предприятия благоустройства и управляющие компании. Сейчас мы находимся на том адресе, где была жалоба. Видим, что дорога прочищена на всю широту, что есть место, где поставить машину, где пройтись людям. По просьбе жителей Красноглинского района был проверен и двор по Батайской, 20. Некоторое время назад отсюда поступали жалобы на гололед и обилие снега на тротуарах. Теперь внутриквартальные проезды выглядят иначе. Специалисты коммунальных служб почистили не только пешеходные дорожки. В порядок привели парковочные карманы и прилегающие к ним территории. Другой подход. Прям радует глаз. Только за эту неделю в районную администрацию в основном через социальные сети поступили десятки обращений граждан. От снега были очищены кровли домов и внутриквартальные проезды в 16-м квартале поселка Мехзавод, а также по улицам Донская и Сергея Лозо. Отдельное внимание уделили скверу в 3-м квартале поселка, благоустроенному в рамках губернаторской программы содействия, и вертолетной площадке, открытие которой после реконструкции состоялось летом 2021 года. Полюбоваться живописными видами сюда едут со всех уголков города. Любимая вертолетка не теряет своей красоты и шарма даже зимой. Мы не будем чистить до плитки, и мы сохраняем тем самым покрытие. И мне кажется, все равно какое-то определенное очарование, вот этот свежий снег, белоснежный, придает настроение этой площадке. Красноглинский район Самары насчитывает 870 многоквартирных домов. Внутриквартальные проезды, дворы и прилегающие к ним пространства должны приводить в порядок управляющие компании. Объекты уличной дорожной сети под контролем муниципального предприятия благоустройства и МБУ «Красноглинское». В администрации района в очередной раз напоминают, за недобросовестную уборку территорий будут взиматься штрафы. За несвоевременную очистку внутриквартальных проездов, выходов с подъездов, тротуаров, естественно, подготовится материал, передается в административную комиссию. Чтобы дело не дошло до штрафных санкций, необходимо своевременно расчищать от снега тротуары, внутриквартальные проезды, кровли дороги, а также вовремя вывозить снег на полигоны, не дожидаясь весны. Тогда и зима завершится без финансовых потерь для управляющих компаний и ответственных за уборку города. Ольга Павлова, Константин Головин, Василий Колдашов. События.